Ну, проект называется «Я так думаю». Ну, может быть, благодаря этому проекту мы лучше узнаем тех людей, которые на виду, лучше узнаем публичных людей о том, как они относятся к этому миру, что они думают про этот мир, куда мы все пришли. Так что я думаю, что это будет интересно. Спасибо, что пригласили.